Православный календарь. Седмица 12 по Пятидесятнице. 2 сентября. Понедельник. День пророка Самуила. Третье сентября. Вторник. День апостола от 70 Фадея. 4 сентября. Среда. День постный. День грузинской иконы Божией Матери. 5 сентября. Четверг. День отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы. День мученика Лупа. 6 сентября, пятница, день постный, день перенесения мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца. 7 сентября, суббота, день перенесения мощей апостола Варфоломея. 8 сентября, воскресенье, день Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. православный телеканал Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!